Одна из самых престижных областных наград в области литературы имени Салтыкова-Щедрина досталась писателю Евгению Борисову. Церемония награждения прошла на неделе Тверской книги, которая открылась во вторник в областной библиотеке имени Горького. Эксклюзивное интервью с победителем увидите в сюжете прямо сейчас. Большой читальный зал Тверской областной библиотеки имени Горького. Атмосфера пронизана творческим духом. Здесь собрались авторы, писатели, художники, музыканты, краеведы, издатели, читатели, библиотекари и все любители чтения. Творческих людей объединила неделя Тверской книги, которая в этом году проходит в 26-й раз. На одном квадратном метре десятки деятелей сферы искусства со своим индивидуальным стилем, эстетическим сознанием, новаторским подходом. Но всех их объединяет три фактора – любовь к творчеству, работа и жизнь на территории Верхневолжья. Здесь и совсем юные авторы, и маститые писатели. На церемонии открытия посетители смогли ознакомиться с выставкой «Тверская книга 2019», где было представлено порядка 500 изданий за 2019 год. Я хотела бы искренне пожелать всем, в течение этой недели найти свою собственную прийти в библиотеку Горького, познакомиться с этими людьми, получить огромное удовольствие от общения с их авторами, пообщаться с ними. Я в зале вижу многих людей, которым очень важна книга, кто неравнодушно относится к этой ситуации. И я уверена, что каждый здесь найдет свой интересный момент. Центральное событие мероприятия – награждение лауреата ежегодной областной литературной премии имени Салтыкова-Щедрина. Им стал Евгений Борисов за книгу «Автопортрет на фоне снегопада», где собраны рассказы и повести разных лет. Ее герои – жители Тверской области. Их глазами через их переживания показан облик Тверской области в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное, советское и постсоветское время. Произведение посвящено теме преемственности поколений, памяти и живой связи времен. В этой книге, наверное, больше половины моей жизни, которая воплотилась, так сказать, в художественное произведение, так сказать, громко говоря. В ней три повести и, наверное, десятка два рассказа. Это рассказы, которые писались, наверное, вот 25-30 лет. Те, кто вот, знает мое, так сказать, мои рассказы, читали произведения, они почувствуют себя ну, чуть ли не земляками, так сказать, моих героев. Поэтому многое для читателей моих именно с этой точки зрения, так сказать, интересно. Был вручен приз симпатии библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками, а также диплом открытия года. Его получила книга, отличающаяся новизной тематикой, глубиной содержания, фундаментальностью исследований и ярким полиграфическим исполнением. Также на выставке прошла благотворительная акция «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению фондов.